Бойцы русского добровольческого корпуса, легиона «Свобода России» и сибирского батальона призывают срочно эвакуироваться жителей Курской и Белгородской областей. Такие заявления были опубликованы в телеграм-каналах подразделений. Как заявляют добровольцы, путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между домами россиян, школами и госучреждениями. Из-за этого гибнут простые невинные украинцы. В связи с этим мы вынуждены открыть огонь по военным позициям, которые размещены в городах Белгорода и Курска. Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть город. Напомним, утром 12 марта три подразделения, в которых воюют граждане Российской Федерации, Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон заявили о начале операции по освобождению Российской Федерации от диктатуры. По предварительным данным, она проходит в Белгородской и Курской областях Российской Федерации. По словам участников легиона, в Теткино продолжаются бои, улицы простреливаются.